Мемуары принца Гарри «Запасной» стали настоящей сенсацией, получив титул самой продаваемой научно-популярной книги всех времен. 416 страниц откровений были переведены на 15 языков, а аудиокнига в исполнении самого герцога Сассекского длится 15 часов. Ажиотаж вокруг печатного издания породил слухи о скорой экранизации. Так, быть ли фильму или нет? В пользу версии о грядущих съемках говорит тот факт, что другие произведения писателя Джона Мёрингера, занимавшегося литературной обработкой воспоминаний Гарри, уже были адаптированы для киноэкрана. Например, роман «Нежный бар» превратился в одноименную драму с Беном Аффлеком, а статья для журнала «Los Angeles Times» в спортивную ленту «Воскрешая чемпиона». У фонда Гарри и Меган Арчвелл есть производственное подразделение, занимающееся созданием сериалов, кино, документальных фильмов и детских программ. Вполне возможно, что супруги задействуют его для работы над экранизацией мемуаров, тем более, что у них уже заключен контракт со стриминговым сервисом Netflix. Наверняка это принесет Сассекским неплохую прибыль, даже учитывая противоречивые отзывы на саму книгу. Заработать Гарри и Меган смогут на продаже прав и отчислений за продюсерскую деятельность. К тому же, после завершения популярного сериала «Корона», запланированного на конец этого года, Netflix и сам сможет попытаться заполнить освободившуюся нишу королевского контента «История опального принца», отказавшегося от семьи и почестей ради любимой. Однако пока что об экранизации книги «Запасной» рассуждают только таблоиды. Ведь источник, знакомый с королевской четой, утверждает, что они не собираются снимать фильм. Это подтвердил официальный представитель Сассекских. Но, возможно, они поменяют свое решение, если поймут выгоды. А как вы относитесь к возможной экранизации мемуаров принца Гарри? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.